Так, эта игра называется Spaceman Zero. Spaceman, наверное, так. Вот. Надеюсь, она будет интересная. Всем, кстати, приветик. Хорошего настроения. После многих неудачных игр. Нормально выберу. А то потом еще не пройду прям на камеру. Так что вот такие вот дела. Где я? Что это за место? Я должен найти выход отсюда. Вот такое вот введение. Так. Всем хорошего настроения и просмотра. Я очень надеюсь на эту игру. Что она будет интересная и вам, и мне. Так, найдите фонарик. В большинстве зданий нет света. Спрячьтесь где-нибудь. Идите медленно, чтобы не предупредить их шумные предметы. Ищите объекты внутри ящиков и шкафов. Так, ладно. Посмотрим. Ну, вроде начало так интригует. Может, на этой игре мы и задержимся. Вот и фонарик. Ага, я сныкался. Сделаем погромче. Посмотрим, что я собрал. Фонарь, ключ, дротик. Коробки. Туалетная бумага, честно, весь золото. Так, что это тут? Ага, присесть. Так. Ага, ключ сам использовался. Отпугивать, точнее отвлекать этих. Ну, я не знаю, кто тут еще. Кто это эти? Скоро по-любому узнаем. Но это уже намного веселей. Ну, как веселей. Как монстр выскочит, будет не так уж и весело. Опа, кровяка, да?
Человек, что-нибудь меня схватит за ляху. Так, что это дверь это? Ага. Не берется медицинская. Или тут не надо? Тут нападает один раз и навсегда. Шо. От кого мы хоть прячемся? О, понятно. Как вам? Страшно, нет? Вот шлеп-шлеп. Так, а дротики для чего? Я не ранен. Ага. То есть еще можно убежать? Или что с этим сделать? Короче, начало вот такое вот. И шо, и куда вообще иду, непонятно ничего. Так. Какая моя цель? О, пистолет. Это тоже другой вопрос. Да ё-моё. Доброе утро. Привет. Все хорошо.